направо поворот Белый, Алчевск. Ну, мы отсюда с вами приехали, тогда катались на Алтугина, а туда на Красный Луч дорога дальше пошла. Да, Георгиевка заканчивается и начинается Алтугина. Рейдер впереди едет, поэтому еле-еле едем. Ничего, он сейчас направо уйдет, а мы прямо поедем. Алтугина, наш город. Так, ну что, просили Алтугина, получайте. Едем. Сейчас туда до администрации, в центр куда-то проедем, покатаемся немножко по Алтугина. Вот магазинчик, в который мы частенько заезжаем. А вот это на водохранилище пошла дорога. Ее тоже полностью отремонтировали. Солнце спряталось. Сразу прохладненько. Храм вот такой красивый. Ну, друзья мои, тут все по-старенькому. Как мы с вами на велосипеде катались год-два года назад. В принципе. Только что дорогу потихоньку делает, освещение, ну такое, инфраструктуру. А вот шахта Алтугинская не работает. Это плохо, конечно. Да, шахты, капитализм, это мы уже с вами обсуждали. Все перешло на газ. Так, ладно, не будем о грустном. Сейчас мы, короче, к вам, с вами к администрации здесь пройдем. По центру здесь у них парк тоже где-то есть. Вот это, по-моему, дорога наверх пошла на Волнухина туда. Интересно, сделали ее или нет. Там была убитейшая дорога. Ну, эти двухэтажные здания какие-то пошли, административные. Так, машину пропустим. Не будем спешить. А, ну администрация, она прямо здесь находится. Вот. В центре здесь у них и рыночек где-то вот тут дальше. Универмаг. А, вот тут вот рыночек типа. Ходили с вами когда-то здесь, гуляли тоже и водичку покупали и так далее. Машин много довольно-таки. Дорога более-менее нормальная, она такая с ямками. А вот парк сейчас мы повернем. С вами прокатимся вокруг. Машины пропустим. Вот он, Алтугина, мой город. Елочки такие вот. Старинные здания. Алтугинская школа номер один. Я, кстати, здесь ни разу не ездил. Первый раз. Тихий такой, спокойный городочек. Да, тоже в основном тут шахтеры жили. А сейчас я не знаю. Ну, Белореченская, по-моему, работает. Проспект Мира 5. Да, видите, я с вами здесь хоть погуляю. Странно, тут дорога перегорожена, хотя там вот вроде на площади машины стоят. В общем, непонятно. Сейчас с вами развернемся и немножко прогуляемся. Да, здесь вот такая интересная парковая аллея, видите, вниз идет к улице. Здесь лавочки, тенечек.
Детишки гуляют, потому что еще пока у нас каникулы. Да, а здесь центральная площадь. Ну, сейчас пока жарко, вечером, наверное, здесь людей побольше гуляет. Ну, плюс празднования, когда идут праздники всякие, здесь устраивают День города и так далее. Дедушка Ленин, а это у них, видимо, ДК центральная. Вон и сцена небольшая. Ну, раньше, видимо, здесь был проезд, сейчас перекрыли. Хотя он все равно, машины как-то на площадь, видать, кто здесь работает, как-то заезжают. Ну вот, такой самый-самый центр Лутугина. Первый раз я вместе с вами здесь побывал. Ну, будем сейчас двигаться дальше, еще немножко по Лутугина прокатимся и поедем на Успенку. Всем жителям Лутугина, кто меня смотрит, большой привет. Так, движение там перекрыто. Сейчас мы с вами по кругу объедем. Там вроде сверху можно заехать, а там еще вроде парковая зона там сверху. Ну, эти люди какие-то есть, ходят. Сейчас у нас 2 часа дня. Навигатор только нас в другое место ведет. Вон, видите, электровелосипедик. Небольшой. Солнце светит и поворотов не видно, честно говоря. Здесь вон лежачих полицейских поснимали. Через 200 метров поверните направо. Китайца тоже. Тоже двухэтажные домики идут. Так, вот тут сейчас нам надо будет повернуть налево. Я надеюсь, что мы куда-то проедем. Улица Куйбышева. Маршрут перестроен. Здесь уже ямочки. Поверните налево во двор, а затем развернитесь. Навигатор меня тут ведет окольными путями. Так, а куда ж мне? Мне, наверное, сюда. Давайте двориками проедем. Тоже или школа какая-то, или что-то. Ну, так что-то в непонятном состоянии, но каком-то. Поверните направо. А, да, вот мы выехали на вот эту улочку, которая к ДК выходит. Там, может, чтоб не ехали, не ездили, сквозняком перекрыли. Через 200 метров развернитесь. Тоже ПТУ или что-то, технарь какой-то. Да, тут тоже перекрыто. Ну, поехали, может, через двор проедем. Какие спокойные, тихие дворики. Чистенько убрано. Лавочки стоят. Какой-то по нове домик. Гаражи. И частный сектор дальше пошел. Да, походу я в тупик приехал. Да, там тупик был, развернулись, поехали в обратном направлении. Тоже, видите, мусор не вывозят нифига. Пошли вот опять пятиэтажки. Это с мусором что-то беда какая-то.
Ну, тоже школа какая-то. Сейчас вот тут попробуем проехать дубль номер 2. Я надеюсь, здесь я проеду. Ну, цветочки красивые. Гляньте, какой домик красивый, и ту, и перед ним. Вот хозяева молодцы. И рядом тоже, гляньте, какая красота. Электровелосипед трехколесный стоит. Улица Лермонтова. Та у нас. Везде шлагбаумов понаставили. О, вроде бы здесь проехать наконец-то можно. Вот он тоже парк пошел у них. Там мы наконец выехали с другой стороны ДК. Тоже парк, туйки. Ой, туйки, говорю, эти зеленые кустарники, видите, подстрижены. Ну, здесь что-то деревья старенькие, низенькие. Вот такой вот Лутугина в 2024 году. Ну, люди, вон кто-то даже гуляет на солнышке. Но ветерок обдувает, поэтому не так жарко. Опять пятиэтажечки пошли. Видите, то кирпичные, то панельные дома. Тут вот более старая часть города. Здесь опять двухэтажные домики. А здесь частный сектор. Ну, такой довольно-таки большой городок. Относительно, конечно. Ну, он спутник Луганска, конечно. Да, внутри, конечно, асфальт здесь похуже. Выехали на какую-то дорогу, туда в сторону Волнухина идет. Она хорошая, отремонтированная. Вполне возможно, это она есть. Я тут уже заблудился. Тут тоже вон эти пятиэтажки идут. Ну, разные, видите, и панельные, и кирпичные. Да, панельные на 30 лет строили, вот до сих пор стоят, сколько времени они. Продолжаем наше путешествие по Лутугину. Спускаемся в нижнюю часть. Заехали тут в одно место по просьбе нашей подписчицы. Выполнили ее просьбу, но это чисто конфиденциальная информация. А у молодежи гуляет. Пока еще не в школе. Все, пока что частный сектор идет. Да, вот опять домики пошли. А? Велосипедистка молодец. Но электротранспорта, смотрю, становится больше, больше, больше. Будет еще больше, больше.
Только его пока нормально никак и не урегулировали, особенно электровелосипеды. Если симы, там что-то еще как-то со штрафами борются. Ну хотя вот для таких небольших городков, друзья мои, электротранспорт — это, конечно, очень полезно, потому что, ну, по крайней мере, в теплое время года. Да, хотя, в принципе, когда и снега нет, можно потихоньку ездить. Потому что общественный транспорт ходит плохо. Машины не у всех есть. Да, машину ты тоже не везде поставишь, и мотоцикл и так далее. А велосипед, там, самокат домой занес. А так куда-то подружки съездить там или на дачу. Обычно велосипед все-таки, ну, тоже тема, но посложнее. Какая-то промзона тоже идет. Нет, вообще основная вот эта дорога, главная, которая на Красный Луч идет. Ну, может, когда-то и мы с вами на Красный Луч съездим, посмотрим. Надо водички заехать где-то купить. Ну, наверное, там уже в Успенку заедем. Облака сегодня чуть спрятались, сразу прохладненько. Ух ты, секс-шоп, друзья мои. Ё-моё. Вот так вот, видите? Чё тут Лутугина не увидишь? Опять домики пошли. Красный Луч, Донецк налево. ЛНПВК. Не знаю, ничего, наверное, не работает. Три четверочка стоит, ухоженная, покрашенная. Красивая. А это автостанция, кстати, вот. О, раньше здесь был Абсолют. А сейчас, видите, просто... А, матрешка. Типа торговый центр Лутугина. Тоже еще один электровелосипед. Ну, а здесь частный сектор опять пошел. И тут где-то будет платный такой, плавный такой интересный переход из Лутугина в Успенку.